сегодня у нас состоялась первая встреча рукодельного клуба «Ассорти», и мы наметили уже дату мастер-класса, который будет посвящен созданию кукол. Да, мастер-класс у нас будет проводить Ирина Липатова. Мастер-класс называется «Малышок-малышок. Элементарная простая кукла», так что все могут ее сделать. Всех ждем на гости 13 сентября к 3 часам в галерее кукол. Под видео в описании я оставлю ссылочку на инстаграм Ирины и на страницу ВКонтакте, может быть, оставить, для того, чтобы вы могли предварительно записаться на мастер-класс, хотя бы нам знать, сколько будет у нас людей, гостей. Потому что мы заранее никогда не знаем, насколько стол, да, нам нужно стол, стульчики поставить, чтобы не было тесно, чтобы все хорошо было видно. Вот. Если будет очень много желающих, то, возможно, разделим, да, там будет, может быть, 2 дня потом, да? Да, может быть. Потому что и ткани, и все это готовим уже каждому человеку. Поэтому вам с собой ничего не надо. Да, вам с собой ничего нести не нужно, все будет здесь, мастер вам предоставит все материалы. Все, ссылочка в описании под видео. С вами были Настя и Ирина. Всем пока-пока.